Жилой фонд города Архалыха практически полностью изношен. Особенно страдают инженерные коммуникации местных многоэтажек и кровля. Жилье не ремонтировали в моногороде десятилетиями. Из 133 многоэтажек 95% сегодня находятся в плачевном состоянии. Крыша нашего дома вся протекает, мы устали уже своими силами латать и постоянно ремонтировать. И если кровлю еще сами где-то можем починить, то подвал не в наших силах. Трубы дают течь, это все из-за того, что дом очень старый. Местные власти на все возмущения горожан говорят, что исправить ситуацию будет непросто. В этом году на 10 домах починят крышу, а на 15 обновят фасад. Все работы обойдутся бюджету в 300 миллионов тенге. Чтобы отремонтировать все дома, по нашим подсчетам, понадобится примерно 11 миллиардов тенге. Если ежегодно 200, 300, либо 500 миллионов тенге будут выделять, то через 5-10 лет мы осилим эту работу. Но все зависит от финансирования.